Всем доброго времени, уважаемые зрители. Александр снова с вами, и мы продолжаем. Давайте по Бырику. Показываю, что я хочу сделать. Вот эту фигню качаем. Скорость ремонта увеличивается, а фотоаппарат будет показывать места расположения коллекционных предметов и путь к ним. Это чертовски удобная штука будет. По изготовлению, пока мы там бегали, я не зря насобиралась, короче... снежных барсиков. Три штуки. Так. До 5 зарядов C4 и 5 мин. Это круто. Так, что нам здесь нужно? Дикие собаки. Да их как говна было. Сумка с метательным оружием. Так, только я им ни разу не пользовался. Дымчатый леопард мы уже знаем, где. Олени. Блин, а все-таки не зря, да? Олени таки нужны были. Ну, тигра у нас еще нет. Медоеда тоже нет. Блин, собак нужно нахоботить. Нахоботить собак. Они нам постоянно везде встречаются, честно говоря. Вот, кстати, олени. И в Гималаях тоже есть олени. Это волки. А вот дымчатый леопард. Редкие существа. Вот зомбары водятся. Мы знаем об этом. В общем, собаки и олени. Но сейчас мы должны куда-нибудь летать. Так, я обещал, что прыгну. Ну, высота здесь понтовая, потому что снова нужно было открывать. Так, я гашусь. Костюм, крыло, прикольно, можно переключаться. Чел, как ты вовремя? Это Хёрк! Только я подумал, мы были бы отличной парой, как бам, ты тут! Ты меня звал. И что значит парой? Как макака и банан. Что представляешь при слове макака? Банан. А я идолов, древних идолов обезьян. В прошлом я был несправедлив к моим ближайшим родичам обезьянам. Теперь пытаюсь возместить ущерб. Долгая история. Чего? Как 12 шагов, только с пушками. Я бы и сам справился, но со мной Кока 4 и Бонга 2 совсем отощали. Боюсь, снег увидят, в момент замерзнут. А это проблема, потому что те обезьяньи идолы в пещере, запрятанные где-то высоко в горах. Я знаю путь. Стой, откуда инфа? С улиц, чувак. Армия короля тоже их ищет. Не тяни макаку за хвост. Не тяни... так это и было, да, наша? Не говорю зла, это одна из статуэток обезьянок, знаете, которая сидит и закрывает рот. А, ну, Будды тоже такие статуэтки есть. Да ну мать ты ваша, я ж только оттуда спустился. Чёрт подери. Снова бежать. Так. Инъектор охотника, инъектор концентрации. Нету ни желтых, ни синих листьев. Паскудно. Так бы добежали быстрее. Но у нас просто будет такой рейд по снежным. Заодно, может, и снежных барсов. И, ну, барсов нам не нужно, нам нужно оленей. Оленей, зомбаров, то бишь, по-местному. Зомбаров. Ну, вот этот пистолет, ядреная штука. Знаете, я хотел бы изготовление вот проверить, сколько... Можно носить сумму до 2000. А сейчас я сколько могу носить? Можно носить пистолет и еще два оружия. А, то есть это текущее показывает нам. До 2 миллионов. Ладно, давайте насобираем всяких листьев. Надо будет в рюкзаке мне там покопаться. Сколько таки чего у нас есть. Привет, Анджай!
Давай, пойдем еще макак каких-то собирать. Статуэточек. Снова Гималаи. Ну, мне пока что нравится. Напоминает мне чем-то Battlefield 4. Там есть такие карты. А если бы я его сейчас взорвал? Нормально было бы? Или это, мол, он только высадил? Ледник Махпадма. Давайте испытаем. Наш обновленный бинокль. Я его сам не заметил, вот это вот братишку. Наемников я его здесь вызвать не могу почему-то. Но сейчас ясный день, то есть они меня, по идее, должны это видеть. Ну? Почему ты не фиксируешься? А, стоят, смотрите, вон еще спит. Не заметил. Но таскать тела пока что нельзя. И пока я его буду нести, меня 10 раз заметят. Я думал, что я здесь смогу залезть. Но смотрите, с такого расстояния он меня не палит. Я жду, пока этот отвернется все-таки. Ну, шутники. Сохни! Вот ты за вот. Не уследил, да? Да, все, понятно. Следующий. А это с гранатометом. Подвело меня, короче, то, что патрончики закончились не вовремя. Не уследил я за этим. Текущий отчет. Мы ищем проклятую статую уже несколько недель, но так и не нашли ее. Однако, если наши инженеры правы, мы почти миновали ледник, надеюсь, со дня на день найдем, выйдем на другую сторону. Не, ну это и дураку было понятно. Георг, я нашел ящик, но он пуст. Чувак, вот это облом! Хотя стой! Если дружки Пейгана все еще там, то суп даю, они эту проклятую статую тоже не нашли. Где же эта статуя?
Куда ее спрятали? Тоже мне игра в горячо-холодно. Точно, холодно. Ледник же. Ну, это и дураку было понятно, что нам нужно идти в ледник. Пришлось спуститься вниз, чтобы подняться вверх. Это можно было сделать втихаря, но это не наш случай. Я могу втихаря всех поубивать и потом пройти гордой походкой. Это да. Ой, я, по-моему, только что взорвал чего-то. Стреляйте по чим... А, по сосулькам. Да-да, убийца где-то. Надо что-то поубойней искать. С дальней дистанции пистолетик не очень подходит, но мне нравится. Мне нравится, я коплю на дезинтегратор, или как он там называется. Пистолет-пулемет с глушителем. Неплохой, кстати, автоматик валяется. Этого бедняжку тоже сосулькой я привалил. Странно. Не хочет пополнять боезапас. Неужто ли я такой уже объевшийся, как говорится? Страшное место. Представь, что тебя затянуло, и ты не можешь выбраться. Ой. Не то. Так. Вот так метательные ножики работают. Да-да. Я специально не хочу его там гранатой или пулеметом каким-то крупным валить. Так, по-по-по. Ай, ты ж ё-моё. Нужно все пособирать, потому что и метательные ножи, и все у нас потратилось. Где ты, наш огненный друг наш? Дневник. Те из нас, кто не тренировались погружаться в ледяную воду, сходит с ума от безделья. Прикольно, интересно, как это помогает.
Мы слышим взрывы в глубине, в толщине льда, и мы знаем, что там работают, не покладая рук, и продвигаются все дальше. Мы надеемся, что наши товарищи вот-вот вернутся со статой, и мы сможем убраться отсюда. Ждать в этом долбанном леднике просто отстой. То есть тренировка в закалка в ледяной воде, типа укреплять психику, что-то вроде того. А, вот оно чё. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, это дальше плыть нужно. Надеюсь, я не назад поплыл. Давай. Давайте еще, наверное, подышим. То, возможно, первый раз я пропустил даже какой-то такой. Так, стоять, подождите. Не в ту сторону. Так, чтобы эта светящаяся хрень была у нас по правую руку. Слушайте, у меня такого навыка нельзя прокачать сейчас. Блин, у меня только один навык. Паскудство. Звери, это просто еда и шкура. Ой, ой. Что же, нужно как-то ребятишек-то отвлечь. Офигеть! У меня нечем лечить. У меня аптечек нет. Я тебя урою! Ух, я взорвал арсенал только что. Уйди, нечистый, у меня нет аптечек. Тазхи нечистый. Да, что-то я немножко того, лоханулся с аптечками. Да, давай, прощай. Оперативный отчет. Но еще беда в том, что... Эх, у меня очечка есть, но я не могу прокачать убийство снизу. Я бы втихаря этого прикончил. Кто же знал,
что такая ерунда случится. Чего там было? Мудрость мина? Бабах. Блин, можно было проплыть еще, наверное, вот сюда и выплыть. Ладно. Хорошая мысля приходит опосля. Был медведь, не стало медведя, а здесь снежный барс. Хух, блин, да, без аптечек печально. Где-то у нас еще медведь валяется. Пора продавать. Ну хорошо, что можно так подлечиться всегда. Растаты, знаете, ну я хочу там еще убить какое-то животное, которое здесь рычало. Интересно, что это нам даст? Я думаю, нам в любом случае нужно было бы наверх подниматься. Ну да, те же яйца, только в профиль. Камушки сыпятся, как будто бы за нами кто-то гонится. Я тебя ждал. Я искал его, а он искал меня. Ха-ха-ха!
На вашу погибель! Давненько я никому кровь не пускал! Ну, пожалуй, я лишу тебя такого удовольствия. Где ты? Да не, я не хотел вниз, я хочу вверх. Ой, палочки, пули так выковыривать. Так, а где мне нужно быть? Чтобы этого кошку зацепить. Я понял. Похоже, я понял. В руках у Будды, что ли? Вот с этой точки есть возможность забросить кошку. Нифига себе, перехваты какие есть у нас. Тому, кто прочтет. Если вы это читаете, пожалуйста, передайте местным властям. Мы искали убежище от сильной метели, но упали в этот ледник. Есть переломы костей, мы не можем выбраться тем же путем. Несмотря на отчаянные попытки. Нам придется искать другой выход. Мы слышим шум, кажется, это животные. Надеемся, это не хищники. У Абхай, зима 53-го года. Ну, похоже, не фартануло им. Хёрк, вытаскивай меня уже. Парень, я, конечно, ветер в твоих крыльях, но в верности до гроба я тебе не клялся. Сердце красавицы склонно к измене, или как там? Да, есть такая песенка. Блин. Это что, гарпун? Это пронзатель. Пронзатель. Он пронзает не только китов. Сдается мне, эта штука проткнет кого угодно. Ха-ха-ха. Немного улучшить. Да. Да ты просто индиана. А мешок с песком? Надеюсь, ты не забыл поставить его на место статуи? Нет. А яма со змеями была? Змеи в снегу? Нет. Нет? Ну и что, все равно круто. Надеюсь, ты все же порадовал обезьяньих богов. Ладно, найду еще, наберу тебя, ага. Это не все? Угу. Их три, наверное, как минимум. Ладно, номер у тебя есть. И у тебя мой, да? Да. И твой адрес. И твой адрес. Мой адрес. И номер твоей жены. Она красотка. А ты откуда это все знаешь? 2 очка, блин, вот то, что мне не хватило, это убийство снизу. Ну, давайте качнем. Девочки. Не говорю зла, задание выполнено.